этим морозным февральским утром я сверну с улицы Артема в Бехтеревский переулок и дойду до Покровского монастыря. Сколько я себя помню, он все время реставрируется. Постоянно часть его затянута лесами. Даже самое первое воспоминание детства, когда мы с бабушкой ходили через его территорию, связано тоже с какими-то стройками. Но с другой стороны, он год от года становится все краше и краше. Но в этот раз ожидал сюрприз. Войти с этой стороны не получится. Это не страшно. Просто придется немножко вернуться по улице Артема. Жаль, если войти через эту дверь, то справа была будочка, в которой сидела монашка и принимала записи за здравие. Итак, мы вернулись по Артема немного назад, и нам нужно вот в этот проезд. Для тех, кто первый раз, присутствует небольшая табличка. Проход к Покровскому монастырю. Для того, чтобы попасть к Покровскому монастырю с этой стороны, нам сперва придется пройти между жилыми домами и несколькими заведениями. Но на самом деле это всего пара сотен метров. И уже очень скоро мы увидим купола. А вот и красавец Покровский. В его центре находится Никольский собор, спроектированный тем же самым архитектором, что и знаменитая Киево-Печерская лавра. А создан весь монастырь был по инициативе Александры Романовой, которая стала впоследствии его первой игуменией. Это очень красивый и величественный собор. Поражает отделка каждой его детали. Он очень красив снаружи и просто бесподобен внутри. Посмотрите, например, на эти массивные бронзовые двери. Ну а здесь слова уже не нужны. Территория монастыря достаточно большая. Ведь с самого начала он задумывался не просто как женский монастырь, а как лечебница для бедных. Поэтому на его территории были и жилища для монахинь, и лазарет, и даже аптека с бесплатной выдачей лекарств. Конечно, тем, кто решит посетить это поистине уникальное место, не стоит забывать, что хоть история монастыря и насчитывает более 130 лет, он остается действующим. Поэтому и вести себя на его территории следует соответствующим образом. А вот настенная роспись.
Вы знаете, если попасть сюда в летнее время, то монастырь действительно утопает в цветах. И вокруг дорожек, и на центральной клумбе посажены роскошнейшие розы, за которыми очень хорошо ухаживают. Давайте еще раз бросим взгляд на территорию монастыря. А вот так вот он выглядит в более позднее время суток. И дверь для вечерней службы уже открыта.